Всем добрый день. Задают мне такой вопрос, как вы укрываете или как у вас зимует гортензия. У меня растет только древовидная гортензия и метельчатая. Чем они хороши? Тем, что они не вымерзают. Я на зиму никак ветки свои не утепляю. Вот таким образом они у меня зимуют. Я только утепляю корневую, делаю досыпку торфа, либо лесного опода и хвои. И вот таким образом у меня моя метельчатая гортензия зимует. Ветки я буду обрезать весной. Буду обрезать на 1-3 почки в зависимости от сорта, от того, как я хочу сформировать свой кустик. Поэтому все оставшиеся ветки мне нужны для черенкования. Для того, чтобы весной, в конце февраля, скорее всего, в начале марта, прочеренковать на новые саженцы. И вот так вот зимует мой 4-летний белый медведь. Это мой 4-летний сильвер доллар. Вот в этом году у меня высажены 3-летние кустики разных сортов. Где-то еще листики я не убрала, буду убирать потихонечку. И всю обрезочку я буду делать только весной. Вот у меня еще 4-летний куст. Вот иногда я вот так связываю, потому что здесь на эту клумбу у меня муж будет сбрасывать снег. И я переживаю, поставила еще опоры отдельно, для того, чтобы снегом не сломать мой посадочный материал. И вот как зимует моя гортензия в контейнерах. Во-первых, я сделала позднюю пересадку. Ну как позднюю пересадку? Пересадка у меня была где-то в середине октября месяца. То есть там новый грунт. Этот грунт обволакивает мою корневую. Где-то сантиметров 10-15 этот грунт прикрывает мне молодые корешки. Вот. В контейнерах. Контейнеры составлены у меня в шахматном порядке. Стоят в деревянных коробах. Еще с той стороны, с краю, я еще поставлю другие контейнеры. И прикрыла вверх вот то, что у меня было. Была хвоя, прикрыла хвоей. Были обрезки туи, прикрыла немножко обрезками туи. Были цветоносы от гортензий. Опять я срезала и положила наверх своих гортензий. Все мои веточки остаются вот так вот зимовать. Гортензия, опять же уточняю, метельчатая, не боится морозов до -25. Ну, у разных там плюс-минус разные сорта. Поэтому выдерживает зиму, это она достаточно хорошо. И вот тут я еще нашла свою древовидную. Тут она у меня под стеночкой стоит. Вот, древовидную гортензию тоже. Это у меня гортензия Аннабель. Я тоже не утепляю. Она у меня в 20-литровых контейнерах. Тоже свежая пересадка была. И вот такие ветки весной будут. Также ее обрезать где-то на 3 почки. Всем хорошего дня, мирного неба. Вы были на канале Голубика Днепр. Задавайте свои вопросы. Отвечаю всем. Если возникают, особенно у новичков, какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь. И вот потихонечку еще заинтересовалась можжевельниками. Вот мне стало интересно, хочу не просто, чтобы рос мне можжевельник, а хочу сформировать различные фигуры, делать стрижку на можжевельниках. Поэтому вот это еще мне интересна тема.